Всем привет, девчонки! Вы на канале Ирунчик. Сегодня я вам расскажу, чем я кормлю своего ребенка 11-месячного на завтрак и обед. Покажу вам 3 дня. Значит, на завтрак первый день у меня йогурт, 50 грамм творога, одно яблоко и 2 печенья. Все это я яблоко натираю, печенье измельчаю и все размешиваю. И готово. Ребенку очень нравится и очень вкусно. На второй день завтрак. Значит, яблоко, слива, вишня. Я варю компот, естественно, без сахара. Все приминаю вилкой. И за это время я отвариваю рис 100 грамм. Потом это все помешаю с рисом. Ребенку очень нравится. Рис я варю до такого состояния, чтобы он разварился, потому что блендером я уже не взбиваю. Так как у моего ребенка есть уже 8 зубов, он кушает все прекрасно. Вот посмотрите, какая красота. Это, естественно, все я размешала, чтобы все стало однородным. И, естественно, это все дает сластеньку. Итак, у нас третий день завтрака. Я отварила 100 грамм овсянки и нарезал пол банана. Потом я все это вилкой измельчаю до кашеобразного состояния, чтобы мой ребенок мог жевать. Все рецепты очень легкие, очень простые и очень доступны. А самое главное, получаются вкусные за счет добавления фруктов. И не надо добавлять ни сахар, ни подсластитель никакой, потому что фрукты сами по себе придают вкус, аромат и сладость. Теперь мы перешли на обед. Первый день. Значит, что у нас тут? Морковь, картошка, брокколи, немножко лука и укроп. Пока у нас на огне закипает вода, мы это все успеваем очистить от кожуры и помыть и нарезать. Как вода закипит, мы все это бросаем. Нет, не все. Картошку и морковку только бросаем. Когда картошка и морковка смягчится, мы в конце бросаем брокколи, так как брокколи очень быстро варится. До овощей я заранее отварила курочку. Можно куриное филе. Я всегда заранее отвариваю, так как мясо всегда варится чуть дольше, чем овощи. И вот так мне удобнее. Мелко нарезаю курочку. И потом добавляю все в овощи. И когда овощи сварятся, я укроп вынимаю и выбрасываю. Овощи измельчаю вилкой и добавляю жидкость от супа. Делаю той консистенции, которой кушает мой ребенок. И уже курочку добавляю, естественно, в овощи. И все хорошенько размешиваю. Вот такой супчик у нас получается. Немножко цветной за счет брокколи. Так, теперь у нас обед второй день. Что у нас тут? Капуста белокочанная, тыква, картошка, морковь и укроп. Капусту и морковь закидываю в кипящую воду и даю смягчиться. Как смягчиться, добавляю все остальное. Ну вот и сварились наши овощи. Теперь я вынимаю укроп и выбрасываю. А овощи вынимаю на тарелку и хорошенько все измельчаю. Вот такой красивый, яркий, оранжевый супчик у нас получается. Детки обычно любят тыкву, и она очень придает аромат. Итак, у нас обед третий день. Что у нас на обед третьего дня? Морковь, картофель, немного лука и укроп. И кусок форели. Форели я поставлю вариться отдельно. И овощи закидываю в кипящую воду и даю им свариться до полной готовности. Когда овощи сварятся, я их вынимаю, измельчаю вилкой. А за это время
Рыбку очищу от костей, нарезаю мелко. И вот наш обед готов. Всем спасибо за просмотр.